Уэйд Шоп и его жена Мэнди ехали домой из города Принстон, штат Техас, когда увидели то, что заставило их нажать на тормоз. Картина оказалась удручающей. Эта маленькая собака, похожая на помесь с таксой, была обвязана веревкой, а потом засунута в бумажный пакет из-под корма. Так что из дыры торчала лишь ее голова. Собачка, которой дали кличку Баба, вела себя робко, и Уэйд считает, что она была очень напугана, так как она постоянно дрожала и вздрагивала от каждого движения людей. Шепы забрали собаку с собой домой и выкупали ее в ванной. Во время мытья в теплой воде Баба наконец начала понемногу приходить в себя. «Я думаю, что она понимает, что мы спасли ее», — говорит Уэйд. На следующий день пара отвезла собаку к ветеринару, и там их ждал еще один неприятный сюрприз. Оказалось, что ранее кто-то стрелял в эту крошку из пистолета и ранил ее в переднюю лапу. Во время мытья ранку не заметили, так как она была в месте соединения лапы с телом и уже начала немного заживать. Про Бабу узнала местная группа спасения собак Dallas Dog RRR и предложила взять ее в свой приют, но Шепы успели привязаться к Бабе. Пока они решили подержать собачку у себя до ее полного выздоровления. А вы что думаете об этой истории? Пишите в комментариях, ставьте лайки, обязательно подписывайтесь. Не забывайте прожать колокол, чтобы не пропускать новые истории спасения и обзоры.